Наступила настоящая зима. Все в снегу, он уже не растает. Потому что здесь из зеленого только вот такие вот. И кустарнички везде торчат, и все. И это теперь на 9 месяцев. Там даже озеро. Озеро уже все в снегу, кстати. Вынесло снегом. Такая красота. Конечно, уже по колено снегу, почти что по колено. Полные сапоги снега. Сейчас там вода булькает, ноги замерзают. Думаю, идти домой надо. Немножко погулял и хватит. Думаю, мне 2 часа идти. Может, даже больше. Особенно по такому насту. Даже болото в некоторых местах, они уже затвердели, идти нормально. Но идешь, идешь, нормально болото. Твердое. Там пух, по колено в болоте. Вороны тут каркают недалеко. Птичек видел всяких интересных. Кстати, следов зверей видел очень мало. Следов мышек и все. Больше часов почему-то нет. Может, только что снег, может, тоже снег свежий. Еще они не набегали. Может, где прячутся. Почему-то снег здесь желтый. Вот желтый снег тут. Тебе на дерево капает такое? Или что это такое? Зашло. Зимбам тундре. Снег, ветер. Ух. Зашел, начиналась метель. Ветер был, тучи большие надвинулись. Раз и все. Все прекратилось. Там такие красивые горы. Как хибины прям выглядят, сейчас снежные. Да, сейчас приближим уже все. Холодно становится, ноги замерзли, промокли, снег туда попал. Сейчас там довольно зябко. Вот мои следы. Я шел, только я где-то брусники наступал. А, смотрите, здесь еще полно брусники. Кто не собирает, приходится давить. Идешь по ним. Я уже много таких следов видел, обратился. Брусничный след. Красная, как кровь. Да. Утро. Моя стихия. Там тоже красиво, такое облако. Над горами вообще классно. Все черно-белое. Тут если снимать в черно-белом свете, будет одна и та же картинка, мне кажется. Монохромное все. Хотя в городе, вот если идти, выйдем, там еще нет снега. Вот такая слякоть, но нет такой, сказать, начинающей красоты, как лесу. И лучше, когда снег. Зимой должен быть снег. У нас еще вот 29 октября сегодня, а снега такого бы нет еще. Обычно в сентябре выпадает, вот первый, местами. Там красиво все. Первый раз в жизни увидел дерево, сосну, по которому можно определить, где север, где юг. Реально, вот там, где больше веток, там юг. Я первый раз такое вижу. Обычно они равномерно растут. Не знаю, связано это с тем. Ой, что-то запыхался. Где север, где юг? Или она сама по себе такой выросла? Вот факт такой остается фактом. Что-то никого не видно в лесу. Реально. Ни животных, ни людей. Даже куропаток видел только один раз. Но недалековато были они. Не знаю, почему, но они улетели. Меня вряд ли они увидели, я был далеко. Обычно идешь из-под каждого куста эти куропатки. Сейчас они уже белого цвета. Я не знал, что куропатки меняют окраску. Странно. Ну, для меня странно. Но вот видите, там вот сосны необычные. Не заметил, что какая-то сторона была пышней. Особенно вон по той видно. Я, наверное, в следующие выходные еще один раз схожу в лес. Делаю бы с ночевкой. Блин. Так хочется с ночевкой сходить. Не знаю, просто не в моготу.
сколько надо вытащить сюда, как снег копать, чтобы палатку поставить. Потому что я никогда не ночевал зимой в лесу. Да, надо лопату, я не знаю, как это делается, лопату с собой, что ли, брать, чтобы подкапывать место для лопатки. Есть мне, конечно, знакомые, которые ночевали, но хочу. То раззадорюсь, реально. Так проще. Смотрите, как. Кстати, уже дорогу слышно. Я уже так довольно прилично прошел в сторону дома, что уже видно дорогу. В принципе, ну как сейчас природа зимой на вот в это время года, она обычная, как бы. Ничего не такого, как мне кажется. Как многим кажется. Красиво. Есть, конечно, своя красота, но она как такая. Обычная. Это вот когда уже в марте. Март наступит, прям ночь закончится. В феврале, в апреле, вот тогда красотища будет. А сейчас уже сумраки. Подходит полярная ночь. Стремительно двигается на Кольский полуостров. Так что, я думаю, снимать будет нечего скоро. Буду выкладывать видео с ловушки. У меня их много, ну, там печально, там вороны эти. Да и вороны уже стали прилетать. Влюбовали это место, и они уже тут же налетают. Только я прихожу, там все, копирую видео, копирую с от ловушек, приманку оставляю, а они уже кружатся. Просто не знаю, место менять. Хотя я их видел уже, когда подхожу, смотрю, они летают уже. Видимо, птицы умные, уже от них никуда не спрячешься, если в этом районе прятать. Ловушку не ставить. А в других районах там, не знаю, там мне... Там тоже есть, там лоси есть, я видел следы лосей и помет. Ну, как, не знаю, может, они за зиму забудут, перестанут прилетать, когда я ставлю. Потому что раньше, почему оставил, под ловушки поставил, оставил им приманку, прихожу, что-то там попалось, там лиса, допустим, приманку ела, или лось приходил, а сейчас сразу налетают вороны и все съедают. Это вообще никуда не годится. Он мох такой. Интересно, как он замороженный, как он выглядит. Да, он очень не замерзнет, плюсовая температура, мне кажется. Еще. Ну или ноль. Надо двигаться. У меня ноги мокрые. Хоть выжимай. Блин. Ну когда... Так, выхожу из леса, осталось совсем немного. Вон как машины трахтят. О, ворон, это ворона. Короче, чем ближе к городу, тем теплее. Интересно. Даже не города, а поселок еще. Идти до поселка. Но чем ближе, короче, к трассе, тем теплее. И меньше снега, намного меньше. Там вообще по колено было. О, как интересно. Сосенка. Так. Вот, я иду по своим следам. Потому что обычно по тропинке идти легко и задорно, а вот по снегу, по болотам как-то... Ладно, все, меня ручей сейчас ждет, мне надо через него как-то перепрыгивать, еще у меня впереди три ручья, да. Минимум три ручья, да, три ручья ровно. Вот, и, ну, будет большое болото. Оно еще не затвердило. Ну, вон там вот уже метров 500 осталось, наверное, идти. И я буду, ну, еще километр до остановки. Даже больше, это 1.5 километра. О, как я тут брел-то. Как-то странно я выбрал маршрут, когда шел сюда. Так. Какое-то у меня длинное видео сегодня получилось. Зачем-то сомневаюсь, чтобы хотя бы, что хоть один человек смотрит до конца. Обычно до конца так кто-то смотрит такие нудные ролики. Хотя тут природа. Болтовню не можно мою выключить. Я раньше накладывал музыку. Болтать стал, что-то разболтался. Вот, смотрите, какая. Хоть что-то зеленое. Тут
сосновой рощи. Так, ну все, до новых видео.